С самого утра кошки и собаки из 5 самарских приютов ждали своего шанса. Почти у каждого из них грустная история. Кого-то в приют принесли истекающего кровью, кого-то пытались отравить, кого-то просто бросили на улице. Веня – это собака, которую щенком сбросили в яму, засыпали землей вместе со своими сестрами и братьями и оставили в лесу. И девушка их случайно нашла в лесу ночью, потому что услышала там писки какие-то, визги. Ну, некоторые щенки были уже в критическом состоянии, двух вот нам не удалось спасти. А трое выжили, и вот Веня самый крепкий, такой смелый из них, самый красивый. Приюты для животных оказывают профессиональную медицинскую и психологическую помощь. Все спасенные питомцы проходят ветеринарный контроль, получают паспорта и прививки. На благо животных трудятся волонтеры. Каждый старается внести посильный вклад. Несмотря на сложную судьбу, животные остаются ласковыми и нуждаются в любящем хозяине. Для того, чтобы взять пушистого друга из приюта, нужно заполнить договор. По его условиям можно вернуть питомца обратно в любой момент. Животное не должно снова оказаться в беде. Малышку на улице нашли, вот, вместе с другими ребятами, мальчишками. Вот, остальных разобрали, она одна осталась, поэтому мы ее решили забрать себе. Кто поможет бездомным, кто их приютит, кто им даст любовь, приют. У нас другая кошка тоже приютская. Вот, сейчас самый ласковый ребенок на свете. При поддержке главы Октябрьского района второй раз за год Экспо «Волга» проводит выставку «Друг человека». В прошлый раз 4 сотрудника городской администрации увезли домой собак, в том числе и Марина Кришталь. Когда мы приехали для того, чтобы посмотреть маленьких собак, нам нужно было вывести взрослую собаку из вольера. Вдруг эта собака упала на 4 лапы, начала ползти, подползла к супругу, легла около ног. Муж сказал, ну все, мы собаку выбрали. На выставке «Друг человека» любой желающий мог забрать кошку или собаку. Только за первый час из 150 животных, благодаря неравнодушным людям, 13 питомцев обрели свой новый дом. В пункт сбора помощи можно было принести или забрать корм, наполнитель, лекарства. Зооэксперты выставки рассказали об уходе за пушистыми друзьями. А каждого, кто решил дать животному еще один шанс на счастье, спонсоры награждали подарками. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, «События».